Всем привет, друзья! Это я, Николай Синовский, The Russian Nightmare, IBB Pro. Ну, сегодня хочу немного поговорить о интернет-тренерах. Я об этом уже много раз говорил. Для меня это интернет-тренера, что Кашпировский, да, чумак, который воду через телевизор заряжали, вот, и люди им верили. Ну, это... Сами придумайте таким людям название, да, потому что я говорю, можно деньги зарабатывать, обманывая людей, обманом, можно деньги зарабатывать воровством, да, красть эти деньги, можно деньги зарабатывать честно. Но я, наверное, какой-то, знаете, человек, который, наверное, живет в розовых очках, да, и, наверное, какой-то я, наверное, неправильный, а вот... Почему я так говорю? Ну, я, наверное, может, не единственный, да, но кто хочет, старается, как бы, людей стараться не обманывать по одной простой причине, что я много раз говорил, чтобы невозможно составить программу человеку через интернет, через соцсети, потому что у меня это занимает от 3 до 6 месяцев. Я еще раз говорю, да, это чтобы подобрать человеку нормально, конкретно для данного человека программу. Да, у нас, я еще раз говорю, есть, как я не знаю, правда это или нет, я за что купил, за то и продаю, про Усманову, что говорят, она там как-то заработала то ли 12, то ли 17 миллионов за год, вот. Очень хорошо, ну, зарабатывать такие деньги, ну, как бы, дай бог ей здоровья. Только такой вот обман не для меня. Почему я говорю обман? Ну, дело в том, что, понимаете, ну, если она столько денег зарабатывает, то, как вы думаете, она что, сама пишет эти программы этим людям? Да сколько же надо людей? Это или надо супер какие-то цены? У меня тренировка стоит $500. Вот я сейчас тренирую 2 человек. Сразу надо, как бы, да, $500 я беру сразу за 10 тренировок. $5000. Вот. А чтобы заработать миллионы такие, там, 12-17 миллионов, ну, это нужно или цены какие-то космические делать, или, опять же говорю, да, кучу кликов, или там сотни клиентов иметь. Ну, я что, с 100 человеком распишу программу? Да нет. Ну, наверняка у нее работает какая-то команда, это 100% однозначно у нее такая команда, которая раскрутила, которая научит, как бы, помогает ей деньги зарабатывать. Но это же программа и составляет этим людям, как бы, этим людям программу пишет. Да, вы понимаете, ну, если я напишу, если у меня 100 человек, то я пишу всем одно, в принципе, одно и то же. Это люди незнакомые, они друг друга не проверят. Они что, будут друг другу звонить и говорить, слушай, а тебе вот как, что тебе там Усманова написал, или там какой-то интернет-тренер, вот мне вот это написал, а тебе что, как бы. Ну, никто не будет проверять, понимаете. Ну, пишут под гребенку одно и то же, короче, да, написали, в общем-то, да, размножили и вперед, короче, да, давай факсовать, короче, и там, или по WhatsApp отправлять, и все. Ну, понимаете, ну, как бы... Я еще раз говорю, я так не могу. Хотя у меня многие люди звонят мне, просят, Николаева, тренируйте через соцсети. Я сразу говорю, что нет, не тренирую. Вот. Объясняю, почему. Я говорю, я не такой умный, как все десятки тысяч, как бы, таких интернет-тренеров. А вот. Я, наверное, дурак, ничего не понимаю. Ну, почему я, как бы, эту хочу? Ну, и в эту стезю, как бы, попал... Мой очень, я не хочу сказать, что он мой друг, я, как бы, наверное, может, даже не приятель, но очень хорошо, как человека, которого я уважаю, как спортсмена, как человека, который сделал деньги, как бы, да, открыл бизнес, начал зарабатывать деньги по-другому, да, и достаточно хорошо стал зарабатывать. Но и он попал в эту струю, короче, да, и вот начинает, как бы, в принципе, делать так же. Да, он не тренирует через соцсети. Вот я недавно, это Денис Гусев. Я, как бы, может, Денис на меня обидится, но я, как бы, человек, который говорит напрямую. Я не люблю, как бы, там заговорить это, вот, потому что он, как бы, сейчас набирает, я в Инстаграме видел, что он набирает там в Дубае группу людей там, и все такое прочее. Вот, ну и говорит там на неделю. И говорит, как бы, всем составлю там программу. Ну, Денис, ну ты же понимаешь, короче, да, вот, что, ну, невозможно за неделю, там, если с тобой поедет 10 человек, а если еще и больше, там, 15-20, то, ну, как ты каждому индивидуально напишешь, подберешь программу тренировок, изучав это человека. Человека надо изучить, что ему нравится, что не нравится, как он питается, как он тренируется, как он делает упражнения.
И ты как бы говоришь, я вот составлю всем программу. Ну и люди, я не знаю, как бы там кто-то начал там в комментариях писать, ой, там как бы не Денис там, ну понимаете, ну это же, это нечестно. Денис, я как бы не знаю, ты, конечно, это, ты, у тебя своя голова на плечах, ты сам себе хозяин, и как бы, да, ну это мое мнение, личное мнение, короче, да, это не только как бы касается тебя, опять же говорю, я это говорю там для, обобщаю для всех, как бы, да, вот что, я думаю, ты не тот человек, который должен этим заниматься, а если ты будешь составлять программу, то я думаю, eyes to eyes, face to face, как говорят, да, вот, персонально, вот, и как бы, и люди типа, и поймут, а так, как бы, опять, а так, один, второй, третий, у кому-то чего-то не пойдет, и они потом начнут говорить, о, мне Денис Гусев там составил программу, а я, мне ничего никому не помогает, как бы, а ему не так, а ему действительно ничего не поможет, и большинство этим ничего не поможет. Поэтому, как бы, да, вот, я не буду никого, как бы, да, не этот, я, каждый, опять же говорю, сам себе хозяин, вот, я так не могу, вот, поэтому, ваше мнение хотел бы услышать, согласны вы со мной или нет, вот, поэтому я говорю, как бы, ребят, я свои знания получил за 30 с лишним лет. Я потратил деньги, здоровье, с кровью, потом мне это все досталось, да, и вот. Я говорю, как бы, да, я отдавать за бесплатно свои знания я не собираюсь. У меня их много. Не я же вам звоню, а вы мне звоните. А то, что досталось на халяву, да, сыр как бы, в мышеловке, то он не бывает бесплатным, он сыр в мышеловке обходится жизнью. А вот, за это мышка жизнь платит. Это не это так, поговорка такая, только сыр мышеловка бесплатно. Нет, там жизнь. Вот, точно так же, как бы и здесь, опять же говорю, да, я не собираюсь никому. Все, что бесплатно достается, потом бесплатно там все это как бы, да, распространяется. А когда человек заработал, когда человек заплатил за это, и достаточно большие деньги, во-первых, он время сэкономил. Если я говорю, как бы от 3 до 6 месяцев, то за 3-6 месяцев человек получает. Но ему не нужно и познавать, как это я все познаю до сих пор, как бы изучаю что-то, да, и чего-то нового набираюсь за 30 с лишним лет. Он сократил время. Но за эти 30 с лишним лет, как бы, да, за эти, как бы, он может потратить и больше денег, пожалев взять у меня персональные тренировки. Вот. А так и время сократил, и знаний кучу набрался от 3 до 6 месяцев. Вот, это первое. Вот, второе. И когда он заплатит за это человек, тогда он заходит или вернуть эти деньги тоже так же, как бы, продавая свои тренировки не очень дешево. Или даже больше заработать. Захочет получить профит от этого, да, поэтому вот у меня, в принципе, такой, потому что когда мне говорят, ой, а что так дорого, ну, ты спросил меня, сколько я денег затратил за все это время, да, каждому объяснять тоже не объяснишь, но вот сейчас у меня человек, третью тренировку я провел, да, офицер бывший, и говорит, Николай, вот знаете, помните, я всегда тоже говорил, на третьем-четвертом занятии многие люди все время говорили одну и ту же фразу. Такое ощущение, как будто они все знакомы, и потом друг другу смс-ки писали, да, и повторяли эту, одну и ту же фразу. Так что я всю жизнь тренировался неправильно. И вот человек, получив третью тренировку, уже на второй тренировке, как бы, да, понял, что, в принципе, он не зря заплатил деньги. А вот сегодня, после утренней тренировки, он опять же, как бы, сказал, Коль, я понял, что тренер, который у меня был, это как бы нет, это не тот, это не то. Он говорит, вот теперь я чувствую, что это то, что ты мне даешь, вообще все по-другому, и я получаю кайф от этого. Так что вот то, что я хотел сказать. Денис, не обижайся на меня. Ну, уж такой я человек. Я тебя все равно уважаю, а вот, и как спортсмена, а вот, ты многого достиг, и мог многого еще достигнуть. Удачи тебе в твоих начинаниях, во всем, как бы, да, а вот, еще раз не обижайся, Николай Ясиновский, всем peace, смотрите, скоро будет мой YouTube-канал, открываю, опять возобновляю, там будет больше информации, больше о тренировках и все такое. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, он старый назывался Flex and Flex, новый, я сказал, будет Flex and Flex Official, или я его назову по-другому, чтобы вы не путались. Еще раз, Николай Ясиновский, не забывайте про мои тренажеры, владельцы клубов. Peace.